Здравствуйте, президент Киргизской Республики. Я Левочкина Анна Сергеевна. Проработала у ПАКа 30 лет в Киргизсельхозтехнике. Я бухгалтер, работала бухгалтером на зарплате. Начисляла зарплату и выдавала зарплату. А мне сейчас никто не помогает. Я живу одна. Мне 84 года. А сейчас мне никто не помогает. Я обращалась. Привезли нам муку здесь. Дали одним. Я попросила эту муку, а мне почему не дали? Она мне ответила: вы получаете пенсию. И все. Больше ничего не сказала и уехала. А мне помог. В РВД работает Айбек. Он мне принес все продукты. Крупу, масло, сахар, все мне принес.